Всем вечерний говносвет, дорогие друзья, и как вы уже догадались из превьюшки, речь сегодня пойдет о знаменитом зиппо-клике, то есть том самом звуке, когда вы открываете зажигалку зиппо. И прежде чем вы, уважаемые специалисты и эксперты, начнете кукарекать в комментариях, что я чего-то там не знаю, предлагаю вам небольшой тест для вас же. Определяете, какие из этих зажигалок, которые были показаны в превьюшке, являются фейковыми. То есть пишите в комментариях, какая из зажигалок или одна или несколько является фейковыми. Ну, вы же умеете отличать фейк от оригинала по зиппо-клику. Вот, пожалуйста. А я через какое-то время напишу, какая, ну, действительно являлась фейковой, какая нет. Собственно, вот они все, ну, в перемешанном таком виде здесь у меня находятся. Я их показывать не буду. Зрители разрисованные, которые тоже подключаются к моим видеообзорам. В общем, ребят, поговорим о зиппо-клике. Если мы читаем какие-то рекламные постеры про зажигалки зиппо, вы по-любому столкнетесь с тем, что запатентованный звук. Единственный и неповторимый, никем никогда не подделанный. Вы можете ошибиться, но всегда настоящую зиппо вы узнаете по зиппо-клику. Вот этот знаменитый запатентованный щелчок при открывании зажигалки, который невозможно спутать ни с чем, собственно. Это вам будут вливать в ваши уши, да, в ваши головы, вот, с экранов каких-то там видео и так далее. Давайте же разберемся, что такое зиппо-клик на самом деле. Да, действительно, это такой вот интересный звук при открывании, который издает, я сейчас не буду их уже трогать, не буду открывать специально, издает зажигалка зиппо. Но, как всегда, пишут даже о том, что, возможно, внизу на вот этом инсерт, точнее, на донном штампе, буква это обозначает не месяц, да, изготовления, а это как бы нота специфическая. Даже вот такие вот есть интересные истории. Давайте же разберемся, действительно ли запатентован данный звук. Не запатентован. Почему? Потому что звук запатентовать невозможно. Отдельно взятый звук. Можно запатентовать какую-то мелодию, там, я не знаю, и то я не эксперт, плагиата полно везде. Но звук, просто щелчок, запатентовать невозможно. Поэтому запатентована конструкция, которая издает данный щелчок. Понимаете разницу? А теперь, внимание. Почему происходит щелчок? Потому что кулачок, да, ну, своеобразная пружинка, давит на металлическую пластину. Вот, собственно, и все. Есть зажигалки, у которых обычная толщина. Вот, да, металла. Есть зажигалки Armor, серии Armor, так называемая броня, у которых там почти в два раза толще корпус. Есть зажигалки, в которых используются накладки. Есть зажигалки без накладок. Есть зажигалки с разными покрытиями. Как вы думаете, возможно ли сделать так, чтобы все это многообразие издавало один и тот же звук? Конечно, нет. Поэтому звуки и разнятся. Глухие, звонкие, звуки разные. Поэтому по звуку, даже если вы эксперт, вы вряд ли отличите подделку от оригинала. Да что там вряд ли, вы точно не отличите. Но давайте все-таки, если вы считаете, что отличите, давайте попробуем. Пишите в комментариях, какая из зажигалок оказалась фейком. А я потом посмотрю. В общем, не ведитесь на лапшу на уши. Зиппо-клик это интересная вещь, но очередной миф о знаменитой зажигалке. А с вами был еще разок. Не забывайте подписаться на мой канал и поставить палец вверх. Увидимся. Пока.